не остался в стороне от события, которое определяло, как будет жить регион в ближайшие 5 лет, и глава областной думы Сергей Дубовой. Сергей Дубовой пришел на избирательный участок в поселке Ведяево. Он руководил этим муниципальным образованием в течение 10 лет. По словам Дубового, ему всегда важно было определять будущее Ведяева делом. Визит на избирательный участок – верный способ показать, что человеку не все равно, какой будет жизнь на севере.